Здравствуйте, это канал Максимадзе и очередной выпуск на моды пока не достать соседа. Короче говоря, извиняюсь, что опаздываю немного с ним. Дело в том, что некоторые даже уже начали писать в комментах, где выпуск по модам, где выпуск по модам. Надо в сообщество смотреть, ребята. Короче, ездил я в деревню, я не успел записать ролик, я ездил в деревню по одному важному делу. Дело в том, что у меня дед продает машину. Toyota Taunus микроавтобус. В 2018 году я про него ролики, кстати, делал. Можете посмотреть. Там Максимадзе Toyota, Максимадзе Taunus там наберите. Можете посмотреть. Я там ездил за рулем на нем. И, короче, с этой машиной у меня целая жизнь была связана. 22 года он у нас уже стоит. То есть больше, чем и я сам. Я любил эту машину, и поэтому дед решил продать его, поскольку его ремонтировать он уже не в силах, а больше некому. Продает, сегодня забирали. Я поехал, чтобы стать, так сказать, свидетелем этого, а заодно снять ролик про это. Про то, как мы прощаемся с этой машиной. Ну и заодно рассказал историю про нее. Ну ладно, короче, такие вот дела. Первый мод называется «Когда соседа новые времена». И здесь всего один уровень. Охренительно! Короче, ленивый ремонт. Как мы скоро увидим, наш сосед вернулся с круиза. Шкафа нету. Но есть один минус. Дом в плохом состоянии, но соседушке пофиг на это, и он решает посмотреть телек. После телека он идет в бинокль, что-то высматривает. Вуди узнал новый адрес дома соседа и решает напакостить за эти действия. Это, собственно говоря, демка. Какой-то странный телек, если честно. И три пакости всего лишь. Это вместо пердушки. А, тут даже описание не изменили. Не удосужились сменить. Но название изменили. Слава богу. Это что такое? Сироп. Сироп от кашля. Интересно, куда ее можно? Ее. Его. И вообще-то можно применить. Сироп это не она, это он. Холодильник тоже какой-то странный. А, видимо... А, микроволновка недоступна. Очень странно, что сироп от кашля на бинокль не надо. Крышу, кстати, неплохо поставили. Вчера, кстати, в консольную версию, когда соседа играл, дошел пока до уровня Ландри, точнее, прошел его. То есть я уже прошел все уровни из первой части. И китайские уровни из второй части. Бонусные уровни тоже прошел уже. Там остались оставшиеся уровни из второй части. И мне также напоминаю, 20 июня, по-моему, нашей любимой игре, когда соседа исполнится 20 лет, и в честь этого я буду проводить так называемый марафон. Мы будем перепроходить вообще все части, все версии этой игры. Мы пройдем оригинальную первую часть на ПК, вторую часть пройдем, консольную версию пройдем, также DS-версию тоже пройдем, почему бы нет. О-хо-хо, изменили анимацию. Но оригинальная лучше всего. Поздравляю, вы прошли мод. Ждите новые времена демо и ждите новых версий. Ну так, в принципе, для первого уровня неплохо вполне. Но пока я не буду ничего ставить этому моду. Пока я просто пока не знаю, что ему ставить. И давайте, собственно говоря, пойдем дальше. Так, следующий мод это из серии Hardcore. И, короче говоря, это демо. Это какая-то модификация на демо-версию Hardcore. Пока достать соседа от Social Media Life Production. Собственно говоря, в демке была вот такая музыка.
а также отсутствовали настройки громкости, поэтому мне пришлось с помощью микшера громкости в настройках убавить звук. Не знаю зачем. Собственно, Live Production убирали это, кнопки регулировки громкости, но в полной версии они, слава богу, их вернули. Так, ну я вижу вот этих каких-то персонажей. Вишневый. Он. Для него, короче говоря, и его собратьев, и моих собратьев, остается тайной. Таким образом, дверью до мира отвели. Короче, все. Да не важно, короче, пофигу. Ты встретишь свою это на кухне. Музыка в меню, кстати, прикольная. Мне понравилась. В полной версии другая она была. Кстати говоря, я думаю, надо в одном из следующих выпусков, может даже в следующем, показать модификацию, из-за которой Social Media Life Production меня первый раз заблокировали. Короче, это говоря, полная версия хардкора, но она переделана под стиль демки. Там я, короче, заменил все фоны, шрифт и звуки, и музыку на такие, которые были в демке. Наверное, в следующем выпуске даже покажу это. Я сам заново это сделаю по-быстрому. Это же легко делается. Надо... Стоп, еще тише сделать надо, очень громко. Где микшер громкости? Слишком громко, реально. Ну, блин, извините, я это не пройду, ибо ничего не видно. Так, время смывать кровь, не отвлекать мужика от Windows, ничего себе. Блин, ну это ужасно. Ну ладно, этот уровень получше. Я, кстати, видел, как его проходить. Но я не помню, как лучше сделать. Кстати, не знаю, что тут со временем, сколько его будет. Сразу сделаю это и то. Звуки эти отвратительные, меня всегда бесили. А, здесь заменили звук. Да, в демке еще некоторые вещи были заменены вот такими знаками вопросов. Время бесконечное, я так понимаю, наверное. Кто у меня там все время пишет? Потом отвечу. Но хотя бы звуки не такие вот эти вот ужасные, как были в хардкоре. Не люблю моды из серии хардкора, если честно. Они... Ну просто... Нет, они прикольные, но атмосфера их мне не нравится. Давай быстрее включай ванну, мне надо сделать вот это. А еще, кстати, вот это.
Можно также, кстати, попробовать еще сделать демку в оформлении полной версии. Тоже неплохая идея, надо будет попробовать. Что за хрень? Короче говоря, 2793 минуты нам дают. Вот такое время здесь. Прошли уровень, отлично. Так, а здесь и в оригинальной демке на хардкор отсутствовал вообще текст на этом уровне. Кстати говоря, в демке также шрифт был классический, не как соседовский. Не помню, какое точное название у этого шрифта было. А, вот сколько времени дают. Так, этот уровень я вам уже не пройду. Потому что ничего тут не видно. Не знаю, короче, с какой целью этот мод сделали. Мне он не понравился. Минус. Фигня какая-то, если честно. Ну что ж, ладно, давайте смотреть, что дальше. Так, следующий мод называется... Так это седа, просто первый мод от чувака. Да, первые моды от авторов, они обычно самые извращенные. Посмотрим, какой будет этот. Хороший или так себе. Короче говоря, я, кстати, заметил, мне часто пишут: «А где мой мод? А где мой мод? А где мой мод?» Сколько раз повторять? И я прохожу моды по очереди, по списку. Но, к сожалению, не исключаю, что какой-то мод забыть могу. Могу забыть его скачать или сохранить. Тут уж извиняйте, иногда приходится вам его мне заново скидывать. Модов присылают очень-очень много, и я не могу все так быстро сохранять. Здесь, короче говоря, музычка, кстати, из... Давайте не буду убирать сохранение, чтобы... Посмотрите второй сезон. Я так понимаю, он не изменился. Наверное. Музычка была на меню из полной версии хардкора. О! Двери есть все-таки. Я думал, это все мы застрянем. Что за музычка? Дальше больше. Ладно, ну то же самое все, что в обычном, просто нету дверей. Точнее, они есть, но у них отсутствуют текстуры. Здесь то же самое. Давайте посмотрим, что в первом сезоне. О боже, какой ужас. Жесть. И вот этот эффект, короче, будет мешать нам проходить. Ну и качество текстур слабоватое. Ой. Ладно, с этим ясно. Хрен мне этот уровень пройдет. Видимо, он как это... А, ничего себе, вообще ничего не написано. Видимо, он как это в оригинальном хардкоре, пока до соседа. Такой же. Здесь может быть тоже. А, нет, здесь шкаф можно спрятаться. Этот, я так понимаю, тоже мод из серии Hardcore.
Но я не очень-то люблю хардкоры. Кстати говоря, музычка вот эта прикольная. А, блин, он тоже туда не идет? Да, блин. Вот эта музычка, которая играла тут на фоне, она мне нравится. Нравится, прикольно. Сюрприз ко дню рождения, блин. Мы этот мод не будем проходить, просто посмотрим. Здесь все по стандарту. А, здесь туда не войти. Замечательно. Яблочный пирог. Фон еще такой не очень-то приятный для глаз. О, дождик, прикольно. Дождик это прикольно, только вот... Вот он не прикольно выглядит, потому что здесь мы не видим улицу. Ну, видно, что тут человек тоже особо не старался. Ну, хотя вот это вот логотип немного изменен, перекрашен чуть-чуть. Ой. Да тут моргает оно постоянно. Это просто неприятно проходить. Но эффект сам по себе прикольный. Дискотека какая-то получается. Вот эта музычка мне нравится вообще. Такие громкие звуки, блядь. А куда он пошел? А, он в ванну? Ничего себе. На кухне положено было. Ну это неприятно проходить, если честно, серьезно. Кровавый след оставили. Ну и последнее это вот. У вас глаза еще не болят, ребят? Да. Так, банный день. Уровень быстро проходит, потому что сосед быстро ходит. Так, а тут дождь. И тут, кстати, более атмосферно. А что, он через дверь не прошел, что ли? Уровень какой-то более мокрый, я бы сказал. По цветам. Ладно, не будем проходить. Посмотрим, что по второму сезону. Да, все то же самое, просто нету дверей. И здесь, я так понимаю, тоже. Да, даже не буду следующий уровень смотреть. Ну, короче, думаю, вы сами понимаете, для чего сделан этот мод. Мне, честно говоря, ну, человек где-то постарался, конечно, что-то поменял, какие-то фоны, там, все дела. Ну, а так мне мод, честно говоря, не понравился. Где-то
дверь заблокировал, так сказать, усложнил. Знал, но я проходить даже пытаться не хочу. А так все-таки минус. Мне мод не понравился. Ряпи вот это вот мигающее, это прикольно. Но так проходить просто неудобно. Неприятно. Ладно, идем дальше. Так, в следующем моде я вижу Марио и Луиджи. Правда, Марио почему-то в синем костюме. Ой, сообщение пришло. Короче говоря, автор может и курил. Но это и сделал пьяно, не манки. Кстати, как в GTA San Andreas кнопки жмутся? Интересно, довольно-таки неплохая идея, я бы сказал. А, это отчет с покупки по карте пришел. Короче, давайте посмотрим, что это у нас такое. Июль, не жара. Да, может быть и у нас будет не жара, но надеюсь, что будет жара. Да. Ну давайте посмотрим. Какой-то выпуск у нас каких-то говномодов сегодня опять пошел. А, это мод на когда стать соседами. Это мод на мод, когда стать соседами X, который сделал Маркей. Только, блин. Не, я люблю Марио и игры про него. Ну, вот это вот, кстати, не из Марио. И вот это тоже, и это. Но, блин, ну здесь он так ужасно смотрится. Блин, вот это вот, конечно. А так, мод, когда сцена микс, прикольный. Я очень давно снимал его, Я снимал когда сцена микс еще до того, как начал эту рубрику вообще по модам на когда соседа постоянную. Я до этого, я его снимал просто так, а просто давайте глянем на такой мод, и ну и все. Можно сказать, нулевой выпуск, один из нулевых. Предрубничный выпуск. Да, короче, СМГ-4 курили, конечно, курили. Это вообще кто такой, блин? А тут даже ничего не поменялось. Да, вроде бы. Мы это проходили все. Вроде бы мы проходили это все, когда играли в этот микс. Здесь вообще нет изменений на уровнях. Ну вообще, даже проходить не хочу. Посмотрим, что здесь. СМГ-4 и YouTube. У СМГ-4 бомбит, увидев на ютубе себя в новом шоу Вуди, он начал строить комментарии, короче, неважно. И Вуди решает ему помочь тоже, самому. О, босс, господи, а это как я могу проходить? Ничего же не видно. Да вы что, прикалываете, что ли, вообще? Ну что за моды-то пошли, ё-моё. Целый выпуск говномодов. Ну, первый мод ничего так, один уровень, правда. А все остальное, ну, просто говномоды какие-то пошли. Маленькое видео. Решил пропылесосить окно около фотографии на полу одно пьяночко, которое мозолило глаза. Да. Выпивает кофе, он. Здесь тоже ничего не поменялось. И это очень фигово. Жаль, что полная версия микса так не вышла. Автор забросил это дело. В шкаф спрятаться нельзя. Это не кран, это пылесос. А, он включил кран. Звуки опять громко какие-то пошли. Сонамные чуи. Какие сонамные чуи? А, эта дверь закрыта, она не ведет никуда. Да блин, ладно, короче. Ладно, короче. Этому моду оценка крестик, говномод. Думаю, вы сами понимаете, для чего сделан этот мод. Чтоб просто видео попасть. Ладно, смотрим, что у нас дальше.
Следующий мод называется уже, это уже пятый за сегодня мод, кстати. У нас такого никогда не было. Как достать соседа 3, но зачеркнутый. Как достать соседа мод просто называется, нет у него названия никакого. И опять я вижу, что у нас только 2 уровня, походу. Так и есть. Давайте посмотрим. И что? А чё он так ходит-то странно? Блин, ребята, что за моды пошли? Я не понимаю, что за говномоды у нас сегодня такие? А, и почему все, и почему всё, всё пустое? А, нет, вот это не пустое. Ой, господи. Ничего себе, он тут выходит. На самом деле даже неприятно смотреть, как он так ходит. Холодильник недоступен и соответственно микроволновка тоже. Постоянно моргающие люди у нас сегодня. Я ж не успею спрятаться. Да вы чё, я как могу спрятаться-то, блин. Ладно, короче, что дальше? Что здесь у нас? А, тут он дальше, по этим пойдет. А, тут опять все закрыто. Ну ладно. Давайте попробуем хотя бы этот пройти. А эта дверь открыта, кстати, но все равно никуда не пойдет. Что-то я чуть не подумал, что это мыло и не поставил сюда его. Вот он пойдет срать, и как я потом вернуться успею? Это немножко замедляет процесс прохождения. Теперь ждем, когда он пойдет. А, вот что это за дверь была. И, господи, я думал, куда... Чё он открытый, куда она дела? Ну, тут поменяли дверь. А, нет, я успею вернуться в шкаф. Успею, ладно.
Ну окей, ладно. Мы сразу две статуэтки получили, одна изначально была. Даже не знаю. Усложнение неплохое, но... Даже не знаю. Чё бы поставить? Ну, мало уровней. Но усложнение не такое уж и плохое, на самом деле. Правда, вот первый уровень пройти не получилось. Ладно, тоже пока ничего ставить этому моду не буду. Я не знаю, что тут поставить. Ну, а давайте на этом закончим. Целых 5 модов сегодня посмотрели. Хоть и быстро очень, но тем не менее. Спасибо за просмотр. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой стримский канал, в группу ВКонтакте. И всем пока.